На что направлен этот проект? На устранение, пожалуй, самого слабого звена в системе промышленного развития. На усиление подготовки, профессиональной подготовки кадров, их профессиональной ориентации, повышение уровня знаний, практических знаний. Любой инвестор, рассматривая территорию для реализации инвестиционного проекта, во-первых, интересуется ресурсами. Что из себя представляет территория по уровню наличия на ней квалифицированных кадров, по наличию ресурсов, технических условий, коммуникаций? Череповец – это крупный промышленный центр. И по тому объему промышленных проектов, инвестиционных проектов, которые есть в нашем городе, нам требуется огромное количество квалифицированных специалистов. И на сегодняшний день город столкнулся с этой проблемой. И мы делаем практические шаги для предотвращения подобной ситуации, для ее практического решения. А потом вот этот полигон, созданный в машиностроении, это некий первый пилотный проект. Аналогичные площадки необходимо создавать и в пищевой, перерабатывающей, легкой промышленности, деревообработке. Для чего? Мы должны готовить те кадры, которые будут определять наше будущее, наше завтра.